Штраф или конфискация. Казахстанцы могут использовать автомобили, зарегистрированные в других странах, но только при условии оплаты всех таможенных пошлин и налогов. В противном случае нарушители оштрафуют или даже лишат этого автомобиля. Уже почти три года на территории таможенного союза, в который входит Казахстан, действуют единые правила ввоза автомобилей иностранного производства. Из-за повышения таможенных пошлин в республику стали временно ввозить машины из Киргизии и Монголии. Иностранные граждане вправе завозить на таможенную территорию Республики Казахстан иностранные автомобили, зарегистрированные как раз в том государстве, где они проживают, с полным освобождением от уплаты пошлин и налогов, но для личного пользования, на срок не более того срока временного пребывания, согласно которого находятся они в Республике Казахстан. Автомобили, которые временно возят в Казахстан иностранцы, могут водить только они сами. Передача и продажа этих автомобилей возможна только при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей и налогов. За нарушение порядка перемещения временно ввезенных автотранспортных средств для личного пользования в соответствии с действующим законодательством об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. При этом за данные правонарушения, совершенные повторно в течение года, предусмотрена штраф с конфискацией таких товаров и транспортных средств. Штраф за первое нарушение составит от 10 до 50 месячных расчетных показателей. При повторном автомобиль могут конфисковать. Виктория Мурзинцева, Аргын Омыр, Артем Ковалев, Пятый канал.